Підстанція «Гумсільмаш» – могутний енергетичний вузол. Яна обслуговує північно-західню частку обласного центру. А цю лінії сувязі тягнуться в Росію, Україну і Прибалтику. Безперебойне круглосуточне функціонування об'єкта забезпечують 27 чоловік. Робота з електроенергії потребує від їх великої відказності і строгого притримлювання правил безпеки. Модернізація, звісно, правила ужесточаються охорони труда з кожним роком. Кроме правил, есть еще распоряжения по объединениям, и они уже ужесточают правила. И любая модернизация направлена на то, чтобы как можно больше сделать для того, чтобы условия труда были наиболее безопаснее. Гэтае пытанне вынеслі на парадак дня выязнога пасяджэння. Тэму абмяркоўвалі прадстаўнікі выканаўчых органаў, пракуратуры, інспекцыі працы, прафсаюзных аб'яднанняў і кіраўнікі паўсотні прадпрыемстваў горада. Умовы бяспечнай працы яны ацанілі на прыкладзе аб'ектаў прадпрыемства «Гумэлэнерга». То, што нам паказваюць, то очень хорошо падготовлена, чыста, парадак і ўслові. Но, к сожалению, произошёл смертельный случай в результате падзення с высоты монтёра, и молодой человек возраста 27 лет лишился жизни. В результате той проводимой работы, которая вот 2,5 месяца прошло после этого случая, только на охрану труда, вдумайтесь эту цифру, данным предприятием было вложено 3 миллиарда денег. За 9 месяцев этого года в Гомельской области тяжко травмированные уже 65 человек. Загинули 15. Причем каждый третий из них был на праце в стане алкогольного опьянения. При этом у областным центром назирается снижение колькости выпадков тяжкого травматизма. На сегодня их зафиксовано в 2 раза меньше, чем за аналогичный период минулого года. Ганна Ковалева, Игорь Марышченко, телерадиокомпания «Гомель».